Ну что, ребят, всем привет. Понемножечку сейчас начнем. Так, что-то не то нажал я. Не то ты. Да куда ты попадаешь через опс, просвечивая? Так, нет, кстати, наверное. Так вот будет лучше сделать, потому что с той стороны у нас мини-карта, по идее, находится. Ну что, начинается игра. Поехали, давайте посмотрим. Я, в принципе, отобрал там, что нужно. То бишь, я отобрал тех, у кого статс более-менее положительный уже в отборочных. Буду перематывать начало на x2 скорости тогда. До там... построение каких-то зданий хотя бы. Вот. Бравлер, здорово. Привет всем. Ну и будем смотреть сегодня просто на Брудвар. Не так много, 2 часика я выделил времени. И то, как вы видели в группе ВКонтакте, не был я уверен изначально вообще, будет время или нет. Зависело это от того, приехала бы ли Даша или нет. Жена моя, она сегодня не приехала, поэтому по делам там нужно было. Вчера я сам чуть меньше суток ездил там к дочке, провел. Ну, скоро все здесь будут в любом случае. Так что вот так вот. И решил сегодня все-таки постримить первый StarCraft. Ну что, Бонит против Краёк. Играет Протосс на Тиран. Не помню, какие у них статсы. Там, ну, я отбирал те, у кого положительные. Я уже говорил об этом. Молодец, сразу рабочих направляет. Тиран тоже молодец. С газа снял стандартный такой расклад. Привет, Спайк ДД, привет всем, ребят. Ну, сегодня расписание такое. Вчера я не стал стримить, что-то вот... как-то самочувствие так себе, не знаю, до сих пор не проходит у меня температура, как бы, ну вот, буду ходить к врачам там и т.д. и т.д., потому что что-то не то на самом деле. Ну и посмотрите, Тиран через факту в ЦЦшку играет, здесь через 2 барака у них упросится. Драгунчик один пошел да куда-то не туда. Протос вообще не понимает, что ли, где Тиран живет, я чуть не понял. Вот сейчас он только понял, походу. А, не, понимает. Он заходил на хайграунд, он все видел, о чем я говорю. Он же здесь ездил только недавно. А зачем Драгун сюда шел? А, ждет он разведку. Вот этого товарища он ждет, все ясно. Ну, решил сыграть понадежнее через 2 барака. В чем надежность? В том, что 2 факты раш, 3 танка ультуры, либо с одной даже факты 6 мариков, танк ультурка.
они могут один барак, при, если ты не очень сильно сконтролил, не очень хорошо оппонент, хорошо сконтролил, они могут пробивать, в принципе. Вот, с двумя бараками уже, конечно, ты отбиваешься. То есть там, я не знаю, чудо-контроль нужен со стороны тирана и тупёж с твоей стороны. Ну что, здесь второй танк и минки, как бы. Через два танка минки играет. Тиран спускается вниз на лоу-граунд. Но здесь тут 4 драгуна приходят, обратите внимание. Начинают спустить танки. Очень похоже на победу Протца, на самом деле, ребят, потому что для тирана это просто смерти подобно, такие вот провалы, как сейчас он сделал. Но ультурка выживает чудом, это очень важно. Если получилось убить и минки тиран не наставил, было бы вообще замечательно. Но в любом случае для Протца это локальная победа, она может привести к победе вообще в игре. Но, как я думаю, вообще таких нужно добивать, конечно. Ну вот, не было своевременного до заказа драгунов. 26 рабочих у Протца, 24 у тирана. Но у тирана ЦЗшка сверхранняя была, у Протца Нексус гораздо более поздний, и это очень важно. КСМ убил в итоге. Но у тирана первый старкрафт такие рабочие, что, в принципе, он может сейчас взять всех КСМ. Ну, он не берет, чтобы добычу не сбивать. И попытаться убить все вообще. Так, вышел танк. Ультурку за раз фокуснул. 6 драгунов с удара ультурку фокусят. Соответственно, 3 с 2 ударов. Продолжает просто напрягать. По акту здесь бреет. Ну, вот нужно танком контролить, конечно. Но Кротс боится, что минки далековато, как поэтому танком вообще боится, в принципе, контролить. Ждет сидж. Харе. Танк почти что выбивает Протс. Танк сижи в итоге. Нужно подходить, вот этот танк отпустить. Сейчас и назад отступить немножечко. Конечно, продолжать факту напрягать. Здесь еще вторая факта строится. Ультурка сейчас будет заказ. Заказана ультурка, нужно будет вычинивать. 49-26 по лимиту уже. У тирана вообще тут печальные какие-то дела. Заходит Протс вперед. Он что, под танк решил залезть? Нет, он решил с рейнджа его фокуснуть. И фокуснет ведь. Фокуснул танк двумя драгунами. Ошибка со стороны тирана. Ну, Протс молодец, чувствует происходящее, конечно. Ультурка приходит, минки ставить. Нужно минки обязательно фокусить. Контроль со стороны Протса, считаю, хороший. Продолжает давить. ГГ пишет тиран. Ну что же, хорош. Вот это я уже понимаю, как бы вспоминаю, как тиранов наказывал. Бывало, бывало и такое. Ошибка от тирана в начале, и вот увидите результат. Подразыграли все, смотрю, понемножечку. Так, уровень поднимается даже игры. Как мне кажется, поехали далее. Здорово всем, ребят. Ты как-то во втором Старкрафте ставишь музон вроде как первого и второго Старкрафта. А что тут такого музона я не припоминаю, чтобы во втором играл, да? Или мне кажется? Опа! Какие-то затеял здесь хитросплетения тиранчик-то. Но не угадал, не в правильном направлении первую КСМ-ку прокинул триком. Вот второй направление. Вот этот трик, посмотрите, как он делается. Интересно, очень он делается. Сюда два рабочих подводят, и одного на муве сюда тыкаем, и он начинает тупо резить за минералов, и вот так вот протискивается вот сюда каким-то образом, непонятно. Все, барак пошел, Протс идет в разведку. Что-то тиран здесь не то, по-моему, затеял. Так, депушка здесь на карте. Встретились разведку. Просто сейчас поймешь, что что-то здесь не то, совсем не то.
разведку тиран идет, ну как можно не понять, когда здесь просто отсутствуют рабочих, вообще не, ну, здесь ни хрена нет рабочих, ничего не строится, конечно, просто все по ним поймет, что здесь какая-то хрень непонятная делается. Так, здесь два КСМа прям приезжают, что бункер сверху, да, бункер на хайграунде пошел. Кротс пытается выпилить, но на этой карте очевидно, что нужно проверять хайграунд на самом деле. Ведь только с хайграунда здесь агрессия, собственно, идет. Куда ты поехал-то, ё-мо, куда он поехал-то? Он спалил свое мероприятие сейчас, но уже готов бункер, и Марик туда садится, посмотрите. Все, бункер начинает, тр-тр-тр, Марик стреляет по минеральной линии. Приятного здесь абсолютно мало для Кротса. Ему что-то нужно делать, блочит. Блочит тиран добычу с разных направлений. Марики атакуют. Пошел еще один бункер. А как, что с ним делать? Нужен драгун с ренжом обязательно. Драгун что, к тирану побежит? Нет, он будет отбиваться. Зелок к тирану бежит, а драгун будет отбиваться. Ну, хорошо, что зелка, я чуть не заметил даже, как прот зелка успел подстроить. Бункер на лоу-граунде пошел, но на лоу-граунде уже бункер ничего не сделает. И дальние минералы находятся вне рейнджа бункера. Вот что самое для тирана плохое. Оп, заблочил, чуть не заблочил. Драгун, кстати, КСМ-кой можно было не выпустить, насколько я заметил, вот этого драгунца. Чуть не потерял. Кротс, драгуны не регенятся здесь, соответственно, быстро поля не регенятся. Регенятся они стандартно всегда. Зелок пришел, начал всем бичи. Надо КСМами его пилить. Почему? Потому что 60 кп КСМ в первом Старкрафте. Можно, можно зелка запилить. Трех ударов даже не убивает. Поздно спохватился тиран. Уже два рабочих погибло. Сразу надо реагировать. Пилить сразу было. Спустился вниз бункер. Здесь маленькие строятся. Ну а сейчас доделается просто рейндж нам и все. Бункер будет выбит. А зелок здесь все еще расчехляет. Кликнул своего Марика, мне показалось, что пробка его пильнула. Все, зелка наконец-то пильнул тиран. Нужно возвращать на добычу всех КСМок. А то их 5 и так всего добывает. Все, рейндж доделался, это очень важный момент, ключевой, я бы сказал. Сталкеры атакуют, сталкеры, драгуны атакуют бункер, минус бункер. Марики пытаются уйти наверх, но до вот этих рабочих они просто не достают. Да и драгунов уже 4 штуки, 2 в атаку, 2 здесь оставляем просто и все. И Кротсу можно вообще было бы дистанс-майнингом заняться рабочими. Плюс, если что-то с хайграунда атакуют, первым в StarCraft юниты стреляют, обратите внимание, это во втором не стреляют. В первом они стреляют. Значит, провалился хитрый план тирана, что тут говорить. Добывает, у Кротса есть юниты, вот тут два драгуна пришли к СМ-кам тирана, поэтому здесь особо ничего не сделать. ТГ-шечка, судя по всему. Что, тиран уводит или пилить собирается? Не, уводит. По-разному что-то Кротс атаковал рабочим, но ничего страшного, здесь что-то Марики сверху спускаются, драгуны строятся новые, Кротс не законтролил немножечко, контроля не хватает, но тут элементарный контроль против Мариков нужен драгунами, вот и все. Марики спустились, драгуна отконтроливает одного, второго, второй стоит, попытался тиран рабочих пофокусить, пару зафокусил, ну а долго-то, 3 осталось. И драгунов просто нечем убить, расконтролить ГГ пишет, поэтому тиран. Такая на лоу экономике две игры были. Ну что же, такие игры я люблю, как говорится. Следующая пара, поехали.
Привет, СВС. Кто играет у нас? GM5 и Преди. Ну, Преди это чешский черан, GM5 вроде как наш проц. Так, ПМчик жесткий, там и там. Барак, смотрю, пошел. Начинает пробочка белить, здесь стандартный гейт. Кибернетка, сейчас второй пилон будет таким образом, чтобы контролить еще карту, естественно, он ставится, чтобы видеть что-то здесь вот. Так, на хайграунд драгу мог стрелять. Так, это первый StarCraft, а не второй, я уже сказал об этом. Так, что-то приводит пробку, пробку потерял. Депошку здесь. А нет, депошку, кстати, не блочила даже пробку особо. Странно, прям факта заказано. Марики строят, все это будет. Марики, танк. Ультурка или просто ЦЦшка, как в предыдущей игре ранее. Посмотрим. В предыдущей игре с двух бараков в первой партии проц убил. Гоняет драгун КСМ, короче. Не, все, Джим США живет. Я понял, да, я вспомнил про эту новость, где его, где он тестировал даже игры, кто-то скидывал бот или что-то там, каких-то ботов для Брудвара. Так, здесь танчик, да, марики, 6 мариков, или даже 7 мариков, танк ультурка будет выход у нас. GM5, 2 барака роба играет, то есть он собирается либо с обсерверами вычищать пилона по периметру, поставил так, чтобы контролить, вот здесь вот все, но в этом есть и минусы, могут бить эти пилоны, хотя с другой стороны особо нечем убивать, это не второй StarCraft на такой стадии. Драгун отступает, спускается тиран. Сейчас выйдет и вультурка, танки, танк марики пойдут вперед, 7 мариков танк, 10 ЦЦшка будет заказано. Ну а вультурка выезжает с минками уже, наверное, здесь одну-две минки поставят и уже поближе к процу. Обычно ставят, конечно, здесь вот в начале, но можно поставить не первый, а второй, например, вультурки. Так, здесь еще два драгуна приходят, попытка попуснуть танк. Кривой, кривейший, я бы сказал, контроль со стороны Протса. Ой, со стороны Тирана, я извиняюсь. Протс молодец, несмотря на то, что драгуна демедженная. Он танк от контроля, это самое важное. Так, здесь минка ставится. Минку впуснуть не успел. Ну, драгуна все равно потеряет. Протс впустит минки. Ну, потерял трех драгунов. На танк фактически и двух мариков разменял. Ну, в принципе, более-менее такой для протоса размен. Танк первый самоубить очень важно, особенно учитывая тот факт, что здесь ведь обсервер. И он сейчас полетит вперед, и с обсервером уже можно будет вот этими драгунами просто выйти, пробить эти минки, во-первых. Во-вторых, попытаться тирана понапрягать, но
Как тиран обычно контрит? Это просто бункер заказывается и все. Заказывается бункер, и танк с сиджем там один. Он и без бункера это может с хайграунда откуда-нибудь отсюда вот, или вот отсюда ЦС-шку отбивать. А с бункером так тем более. Факта вторая пошла. Скоро сидж будет готов. Здесь у нас со сервером просто выдвигается. Драгуна пробегает, тиран вультурка чуть не заметил. Но сейчас минок в тылу зато наставит. А здесь стеночка пошла еще. Драгуна всю новую строится. 30 пробок, 32 пробки, 33 КСМ у тирана. Это, кстати, много. Так, заходит проц. Одну минку что-то не попутнул. Танк сидится. Будет пытаться убить танк. Нет, не будет пытаться убить танк. Будет пытаться убить барак. Контроль. Сейчас не лучший. Почему? Потому что танк доставал поля, потерял лишние у нас проц. И в итоге нормально Фредди здесь задефил базу свою. Еще и минку в тылу оставил. То есть если через атаку побежит, у него, конечно, 10 хп. То есть драгон с двух ударов убивает, несмотря на то, что у него 20 демеджа, минка. Так, вон, посмотрите, как вот минка за деревом закопана, драгоны по ней мазали-мазали. Это вот тоже очень важный старт. Да, если бы у минки было 20 хп, она, скорее всего, долетела. Так как 10, одна с одного выстрела была уничтожена, а нужно 2, напомню, драгона. То есть у него 20 заявленный демедж, но по той же минке он десятку наносит. По Марику десятку, по Ультуре, по-моему, пятнашку наносит. Да, пятнашку уж 80 хп, но 6 драгонов с удара убивает. Только по танку он в районе 20 наносит. То есть 20 минус 1 армор, 19 демеджа, по идее, по танку драгон должен наносить. Сейчас проверим. Плюс 2 факты преди ставят. Нету очень важного здания, это Академия. Скана не будет пока. По лимиту вообще одинаковый, тут 41 пробка, здесь 2 гейта добавляют, 4 будет. Ну и реверка решил джем добавить, плюс файлайт позже для узелкам, 76-77, да, тиран-то тут по лимиту совсем не отстает. Не пойму, очень хорошо для пробса. Только реверок в такой ситуации может спасти, но посмотрите, как, вот посмотрите, как преди ставят депошки. Он ставит их, очень важный это момент, он ставит их разрозненно сейчас, вот идеально, на минимальном, идеальном расстоянии друг от друга, то есть не вплотную и не слишком далеко, чтобы место тоже экономить. Но для чего это делается? Если 4 депошки поставить вот так вот вплотную, что они в куче стоят, то ривер может стрелять по центру между депошками и 4 убить за столько же патронов, за сколько одну депошку. И это будет очень эффективно, как раз таки это антириверовый такой метод постановки зданий. Так, чаш заказан. Здесь третий базовую турку отгоняет же. Ну, два зелка ривер летят вперед. И у тирана минус в том, что вот он академию-то построил, но вовремя не светанул, не узнал, что там происходит. И тиран не построил еще инженерку. И туретки у него не будет в итоге. Купил, что так долго не засаживал ривера. Сейчас джем летит дальше. Уже зелка высаживать. Раз, два. Один зелок высажен. Ривером стрельнуть не успевает. Контроль так себе. Сейчас был продемонстрирован. Не успел стрельнуть. Да и здесь уже и не успеть. Нет смысла. Посмотрите, сколько юнитов высаживать сюда. Сюда тем более нет смысла. Здесь все перекрыто. Вот. Прямо рассидженными танками. Но вот зелком убить вот этот танк, например, это милое дело, по-моему. Вот вот так вот это и делается, да. Танки делают залп и убивают. А вот это криво высаженный зелок, абсолютно. Вот он куда высадился. Нужно вот над танком лететь и над ним высаживать. Тогда он прям рядом высадится, и так точно сплэш попадет. Депошек все больше и больше. 109 лимита на тирана. На 117 проца. Обогнал даже проца, смотрю. Летает, то есть что сделать? Вот сейчас была секундочка, чтобы выстрелить. Фига себе, патрон через минералы пролетел. Как он так сделал? Я удивлен какой-то. Патрона баг был, он что-то затупил и прям через минерал он перепрыгнул. Обычно они как бы вот так вот облетают минералы. Удивительно. Но
принцип, по которому патроны летают, риверов летают в первом Старкрафте, он неизвестен на самом деле. Вообще преграды они облетают обычно, а здесь получилось так, что он как рабочий на меня уоке затупил и пролетел. Так в итоге ривер потерян, но последний выстрел там 3 КСМ вроде как убил. И шаттл улетает. Здесь выдвигаются драгуны. Зилки, 140 лимита, джем. Вот то нужно отдать должное, пока харасил 7 гейтов. Тут продакшн очень хороший, настроил юнитов прямо, ой-ой-ой, какое количество. И вот преди сейчас вперед выдвигается, и он будет с двух сторон зашатан сейчас. Если бы еще использовал джем шаттл, каким образом, 4 зилка туда посадил бы, и дропнул бы вот сюда, вот куда-нибудь в тыл еще, вообще бы клан бы развалил бы. Но и так, посмотрите, с разных фронтов Фрокс набегает и просто сминает тирана сейчас, причем фломишку сминает. Абсолютно. Если все по зелкам вот так вот минки не били, вообще замечательно было. Сейчас нужно как раз шаттл подводить сюда, драгунами с апсон мин убивать, а шаттлом просто дропать зелков наверх. Ну, джем и так решил, что пробьет, нужно прирост забирать там со второй базы побыстрее. Про шаттл забыл совсем, это ошибка, но дотекают зелки еще. Ну, вот минка сейчас хороший удар совершила. Проходит часть юнитов мин. Здесь две минки за минералами от ривера, кстати, окопано. Танк достает до драгунов, которые за минеральную линию зашли. И поэтому он отобьет. Ну вот, ошибки очень такие нелепые. Посмотрите, там здесь насадил сколько. 7 юнитов наубивал. Ошибки такие какие-то слабенькие прямо. Шаттл он висит. Возьми шаттл в этой ситуации вообще. Минус тиран, то есть идеально его принял здесь, но не смог додавить. Лес там нащелкал. Не очень хороший расклад получился. Ну, третий Нексус, тем не менее, добывается. Здесь выход в арбитра уже идет. Арбитраж там запилен. Так, это что-то то ли мув, то ли рейндж обсервером делается. Не знаю, в основном все делали мув. Я всегда в первом Старкрафте делал рейндж вижен, а в сервере такой грейд был, которого во втором Старкрафте нет, и мне прямо жалко, что его нету. Почему? Потому что все равно обсерверы обычно стационарно все висели, их всегда много строилось, там штук 5-6 тираном. И, ну, мув он, чтобы в контру брать, там, обсервер с тобой летал, но все равно через атаку тупо нельзя было посылать, потому что пока драгуны, если минок много, их отстреливали, обсервер вперед уже улетал, как бы, и вижена не давал. А вот с рейнджом просто поставил аккуратненько, все видишь издалека, и все отлично. Так, академия, а точнее армори у тирана. Занял третью ЦЦшку. Вообще, кстати, обороны нет никакой на третьей ЦЦшке. Он просто врывается в тупую, просто на вторую базу. Делает нормальный фронт сейчас, чтобы зайти хорошо. Минок не наставил вовремя тирана. Сейчас поздно пить боржоми уже, как говорится. Драгунов чуть тут отконтроливает джем, но здесь два танка. А, вот здесь вся вот эта оборона. Это два танка, что ли, вот эти? Ну, смешно. Так. Танк на хайграунде пока что-то не выбить. Сейчас выбит у нас Протс. Здесь эти два сложить бы не помешало привести на оборону. Но уже сейчас поздно. Скорее всего, хайграунда танк выбит. Здесь танки выбиты. Драгуны заходят. Эффективно очень все сламывают. Еще зелки приходят со второй с драгунами. И минус что, ветеран. Молодец же. 5. Все-таки пошатал. Старался отобрать все плеи тех, у кого положительный статс там по итогам 4-5 недели. Вот, и что приятно, там много наших, у кого положительный такой статс. А вторая игра приедет GM5. Медуза карта. До этого была, естественно, Fighting Spirit карта.
Привет всем, нет, от компа не отдохнул. От компа нужно дольше отдыхать. Потому что за компом я и при отдыхе находился вчера и сегодня. Некоторые функции дел выполнял все-таки. Так. Дайте-ка сейчас я встану быстро, пока тут рабочие есть. Возьму зарядку. Быстренько. Вот. Скорость StarCraft. Скорость — это время. Какая скорость? Скорость сложно сказать. Где быстрее, где не быстрее. Потому что разные движки как бы можно определить скорость по одинаковому движку, да, там разная или нет. То есть то, что в Лотве скорость уменьшили по сравнению с Форсом Словом, да, это факт на 30%, но она не уменьшилась в принципе в плане динамики в игре. Здесь кажется, что ездит все медленнее, но когда ты начнешь играть в StarCraft 1, поймешь, что скорость тут гораздо больше может быть. Так. Ну что, факта, опять же упреди, здесь гейт, кибернетка, через двух зилков джем начинает, один уже вперед двигается, и очень уверенно он прям двигается, и пробукой-то он видит, что зилок двигается хорошо, то есть здесь два марика только будет к его приходу, но двумя мариками уже зилка без потери можно разводить, поэтому... В принципе, все окей. Но пробкой можно отманить одного марика, зайдя, например, вот сюда. Вот. Либо пробкой можно помочь своему зилку бить этих пробок. Бить их тех мариков, прошу прощения. Вот тут КСМ-ка у нас. Зилок за мариками погнался. Нужно ли тебе, товарищ зилок, гоняться за мариками? Хороший пилончик. Для чего он поставлен? Чтобы на факте пристройку не мог запилить у нас тиран. А для чего пристройку нужно? Чтобы минки делать, чтобы сич делать, осадный режим там. Зилок все-таки нашел марика, которого можно зашатать, пробкой другого запилил. Здесь пилон добавляется, нужно отменять. Ну что ж ты делаешь, пилон не отменил, и зилком куда-то назад побежал. Что за бред происходит? Драгуна будет ждать джем 5? Судя по всему, да, будет ждать драгуна. Два драгуна еще заказано, нужно рейндж запилить, срочно рейндж запилить нужно. Вот ошибка билда, сейчас вот этот пилон не нужен был на эту сотку, нужно было рейндж пилить обязательно пораньше. Потому что, ну, ничего не давал пилон. Привет всем. Какой страны GM5, я не знаю. Мне сказали недавно, что он в США живет. Про связку уже рассказывал миллион раз. Есть записи. Очередной раз не буду этого делать я. Так, здесь вультурка приезжает. И сейчас можно этой вультуркой, ой-ой-ой, сколько тут пробок наубивать, но... Но тиран криво контролил и не наубивал, ой-ой-ой, сколько пробок. Здесь сич танку собирается делать тиран, но пришлось это все делать до готовности ЦЦшки. Но зато 23 КСМов, 19 пробок, это безусловно крутой расклад для тирана. Вот, но... Драгуну все больше и больше. Рейдж, правда, поздний, как я уже говорил. Уже можно было бы с рейнджом атаковать. И сейчас у танка сич будет, и будет тяжело вот здесь взять вообще тирана. Бородой было круче. Я так не считаю, если не брать в расчет ту картинку. Челдоном с кепкой из Старкрафта. Ну что, драгуны стоят с одним зилком, пойдет проц вперед? Да нет, я думаю, это...
это, я не думаю, это без шансов. Пытается пройти под танк, фокуснуть танк. Танк отфокусило. Второй танк уже строится, вот в чем вопрос. И он уже готов. Потерял трех драгунов на фокусе танка. Безусловно, ошибка со стороны Протоса. Еще два драгуна подходят. Танк в сизе, причем он не атакует почему-то. Странный вообще момент. Все, хорош, атаковать уже не получится. Тирана больше ошибки были со стороны Протоса, конечно. Попустить танк под такую хрень, под бункер, залезать так далеко под Мариков, было печально. Джен 5, сам понимаешь, что не очень сделал. Гусу атак пишет. Ну нету запилен, и робот ставится. Зашел, хотел танк шестью драгунами фокуснуть, чтобы продолжить. Но потом быстро осознал, что ловить там нечего. Танк уже второй вышел. И здесь еще ДБшка строится, и Мариков много. То есть протерял бы все бы просто. И это было бы практически ГГ. Тиран бы мог сложиться и уже в атаку идти. Вторая факта запилена. Еще две, точнее четыре факты будут очень скоро. Три добавляются, плюс армия. Пользователь Фолгор активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Фолгорыч. Так, вторая пристроечка на танковом заводе, то есть, и, ну, как предъявил, две факты с пристройками, три без у него, такой билд обычно, но вот армори что-то не по билду, то есть армори она для чего? Она для голиафов и для грейда строится обычно. Зачем? При выходе к сверхранним голиафы не очень нужны. Почему? Потому что они жрут ресурсы. Им рейндж обязательно на воздух делать надо, чтобы они вообще эффективны были действительно. И газ они жрут также. То есть выгоднее просто танки ультуры строить и уже рабочих брать с туретками. Ну и делать академию, чтобы сканы были, если вдруг торки. Пока чуть ничего не происходит. Здесь два барака. И третий Нексус, то есть просто пытается нагнать экономику. Уралам 42-36, у Тирана больше рабочих, но у Тирана две базы пока. Третьего просто будет, он нагонит, естественно. Потому что механика добычи минералов не совсем не такая, как во втором Старкрафте. То есть здесь нету такого, что 16 рабочих на 8 минеральных пучках добывают в 2 раза быстрее, чем 8. Они не добывают в 2 раза быстрее. Скорость увеличивается, но не в 2 раза точно, и поэтому гораздо выгоднее, чтобы 16 рабочих на 16 минеральных кучках добывал. Ну да, вот 5 факторей работают, голиафов добавляют. Скорость ультурком я вижу, что делаются, на голиафов грейды нет, ну хотя бы... Чтобы шаттлы просто сбивать, и два голявчика там неплохо смотрятся, и даже без рейнджа, но вообще 100-100 рейндж запилить, это хорошее дело. Так, ДПшка еще одна пошла, но пока КСМ-ка стоит, тут ЦЦ-шку не ставит, можно ДПшку пилить, решил. Преди. Бункер, кстати говоря, не продается, его нужно будет убить сейчас при выходе. Почему? Потому что иначе будет все дико тупить, вот так вот объезжать, а так будет проще выйти гораздо. Или не будет этого даже делать, преди. Ну это странное решение, на самом деле, бункер. Выгоднее было бы убить, чтобы вот этого беготни не было вокруг бы особо. Так, драгуны зелки еще подходят, бараков добавляет же опять. Дарки строятся, два уже полетело, плюс три барака еще. Рабочих 49, тиран выходит, у тирана рабочих 44. Урабан просто уже обогнал, и третий Некс по чуть-чуть начал забываться. Это, безусловно, положительный момент. Понимает сейчас Джем, что надо сваливать. Танк делал залп, но зелки жирные, очень-очень жирные. Против танков они там дэмэдж, естественно, не полный по зелкам наносят. И зелки же уже две ультуры поехали. Кордон не проехали. Полетают дарки. И вот ошибка первая от тирана. Ему нечем отбиваться. У него ни туретки дома нету.
Ультуры нужно возвращать, нужно сканить, обязательно минки сейчас наставлять везде. Тогда будет шанс нормально справиться с дарками. А дарки в это время нарезать. Ну и что, просканило, убивать нечем. Все, дарки садятся, улетают. Можно вам сюда полететь. ЦЦ-шку отменить, там ДП-шку убить легко просто. Раньше времени высадил, сейчас скан еще действовал, дарк, поэтому сразу убил. Или здесь туретка, если чуть не понял. А нет, сканы идут постоянно. А, у гляфа, кстати, рейндж сделан. Посмотрите, они издалека сейчас садят просто. Перелетает дальше джем, дропает дарка. КСМ-ки не поздоровилась. ЦЦ-шку будет резать. Да, будет резать ЦЦ-шку. Пусть бот спамит, пусть все видит. Вместо того, чтобы выбить ненужный бункер, преди убивает депошку. Ну, где соображалка-то, ё-моё? Зачем депошку убивать? Красный саплай попал, бункер нахрен вообще не нужен сейчас уже. И мариков-то, наверное, нету. Да, а нет, три марика, это есть еще. Они в бункере сидят до сих пор, нет, в бункере подушли. Так, есть минус драгун. У лимиту 146 процесса. Хорошо, подкопился. Пользователь РДВ. Навал активировал премиум на ваш канал. Тиран пока взад-вперед ездил, в итоге по лимиту проседает. И выход вообще без минок идет, минки поставить не успевает. Ультурки, Голиаф, все гибнет. Протос сплетанул своих юнитов, со сплэш так адски жестко не заходил. И в итоге разбирает просто-напросто выход Тирана. Для Тирана это смерти подобно. 70 лимита над 100 практически, это очень печально. Все, здесь все погибло. Выходит Тиран еще немножечко чем-то. Дарк ЦЦ-шку отменил. В итоге, посмотрите, здесь Протус с 8 бараками сидит. Кстати, хорошее расположение бараков такое. Что можно между ними пробежать. Пилончики есть. Арбитр выходит, делает плюс атака. Плюс один. Четвертый нету ставится с потоночкой уже. Что-то отконтролил, Тиран вышел. Ну, Тиран хочет, ему нужно занимать вот здесь вот позицию, от минками отгораживать и вот на вот эту базу выходить. Потом просто либо сюда идти, просто прессовать мейн вот с этого направления с грейдами, либо вот эту еще занимать. Но у него даже карман на это третье минерал онли не занято, поэтому смысла не вижу запариваться. ЦЗшка прилетела, КСМ пытается вычинить, вычинить не получается. Сейчас поедут, видимо, к ЦЦ-шке. Попытка ее отчинить. Так, здесь еще ультура ездит. Пробок приехало немалое количество, кстати, на четвертую базу. 64 пробки у Протоса становится в итоге. Фотонок на такой стадии можно и побольше ставить. Еще вторую здесь. Третью вот здесь. Две мимо пилона поставить, чтобы, ну, потому что в ультурах, если много приедет, одна фотонка моментально падает. РДВ новый, спасибо за премиум. В 17.00, хочу сказать, нас ожидает финал там небольшого турнирчика Димага против Касса. Посмотрим. Ну а прошу прощения, в 15.00, а в 17.00 плей-офф начинается, плей-офф Bad Race Wars лиги. И будет интересно, по 5, 4 штучки сегодня. Это будет круто, как с участием корейцев. Лайтом с маной будет биться. Так, второй старпорт ставится, с двух старпорт уже арбитры сейчас пойдут. 156 лимита, нужны новый клон, здесь 104, куда-то КСМ-ка поехала. Ну понятно, ЦЦ-шку, видимо, ставить, но здесь дарк. И он хочет сказать, что ЦЦ-шку здесь просто так не получится поставить. Ну нужно приехать в ультурками, просто скан кинуть и минус дарк будет, так что ничего сложного в этом тоже нет. Либо заминировать дарка, чтобы скан не тратить. Так, здесь шторм харас рабочих пошел. Минеральная линия. Так, штормит раз. Штормит два. Можно мариков заштормить, заштормил мариков, бедняги. Всю игру они жили, чтобы вот так вот умереть просто жестко. Ну, проштормил, эффекта особо дикого не было на самом деле. Ну, 36 КСМ, все меньше и меньше. Вот скан минус дарк. А здесь лимит все больше и больше, если бы просто еще идеально бы вообще заказывался. Бараков нарастил количество, минерал надо вкладывать, зелков больше надо ставить. Арбитр один готов, два еще строятся, пятый нету ставят.
Фотонок побольше, правильно? Здесь я говорил, одна можно побольше и нужно запилить, чтобы если ультуры прорвутся, их принять. Но самое поразительное, что Тиранс изначально построил армори в этой игре, но гриды у него нульки до сих пор. Это же полный фейл. То есть хотя бы уже 1-1 он мог бы сделать из первой армори. Просто 70 пробок из этого лимита. Решил в атаку пойти. Да, поломился вперед. Делки забегают в бачку, где, по мнению Фрукса, минок, видимо, поменьше. Ну да, здесь минок поменьше. Но у Тирана хорошо вытянулся сейчас на вытянутая армия его. И он дерется достаточно эффективно. Эти танки вообще не поле боя. Фактически и дэмэдж они выдают очень хороший. Складываться и опять же занимать эту позицию. Минировать надо чуть дальше, а здесь как-то танки тянуть, чтобы на четвертую выйти. Тем более тут две армори прям Грейдена собирается Тиран начать делать. Не знаю, что из этого выйдет. Заказа как-то прям идеального нету. Точки сбора стоят на мэне. Нужно уже куда-то сюда поставить, чтобы поближе юнитов этих брать. Было бы попроще. Вот заказ новый пошел, арбитры строятся. Вот ультурки приезжают, четвертый, не понимаю, не видел, что ли, Тиран до сих пор. Приедь вот сюда, эти ультурки все купили. Ну, правда, здесь и войск больше у Протса стоит. Вот он бежит всеми отбивать ультурок, это ошибка, конечно. Не вижу смысла в этом. Прям все брать. Вот зилки по минке бегают, ультура им дэмэдж хорош наносит, что минок больше нет. Судя по всему, да, нету минок у Преди. Ультурками он не контролит. Находились арбитры, тем более прилетают. Очень на халяву все убивается. Два зелка оставил, они разберутся. И действительно, зелки разобрали. Здесь можно них еще один запилить. Арбитр что-то летает. А что он летает? Это 165 энергии. Есть уже рекол, можно реколиться. Да, сделал по войска, собрал сейчас джем 5. И рекол сейчас пойдет замечательный, правда, здесь минка есть, но он прямо между факторей реколит, где ничего нет у Тирана. И это для Тирана очень печальное обстоятельство, ему тяжело что-либо сделать с этими юнитами. А то, что продакшн падает, это сверх плохо. В фарже делает плюс 2, причем где-то еще... А нет, арбитр всего один, остальные то ли погибли, то ли еще не вышли, куда они вообще делись. Турецких, видимо, отдал, я не знаю. Потому что сюда взять еще пару арбитров можно или в стазис танки оппонента вот эту армию взять, или еще один рекол зилков прямо сюда наверх делать, вообще бы неплохо бы зашло бы. Но арбитра почему-то нету. И этот тоже погиб, здесь все турецки убиваются, зашел на третью базу, просто пытается выбить ЦЦшку. Кстати, две атаки уже у драгунов, зилок по минкам побегал прямо. Минер оказался. ЦЦшка-то может погибнуть. Нужно так, делок здесь прикрывая драгунов убивающих. ЦЦшку нужно фокуснуть. ЦЦшку именно сейчас. Что и делает джем. Преди вообще не пытается вычислить. КСМ-ки тупят вообще дико сейчас. Оттягивает еще армию Тирана. Смотрите, как далеко. А в центре что остается? В центре небольшая группа остается, которую можно смять сейчас. Будет попытаться. Ну, просто вперед не пытается. И сам криво рабочего. Вот отсюда нужно рабочих. Я помню эту карту. Если ты отсюда берешь, куда-нибудь сюда, кликаешь переводить, они едут вот отсюда сюда, а здесь здание, они начинают тупорезить вот так вот, зад вперед ездить. Их нужно как переводить? Отсюда кликаешь, вот сюда они приезжают, и когда они уже где-то здесь едут, ты кликаешь их сюда. Так, гейтов все больше и больше. Арбитера есть две штучки, еще строятся, в кайреров выхода нету, ну, нужно газа больше, нужно здесь начать газ добывать, но всю карту джем практически занял, свою часть, Тиран на меньшем количестве баз в любом случае остается, у него 5, как бы, здесь по его распоряжению, и то вот эту еще взять надо, а здесь, как бы, 4, плюс 3 на этом респе, то есть 7, и очевидно, что ресурсов больше. Правда, смотрите, Нексус криво поставленный. Я вижу, что он далековато от минерала поставил, он может был вот так вот поставлен. Так, выход вреди делает на 133 лимита. Грейды плюс атака, у Гротса 2, ну, 2 атаки.
Пошел замес. Орбитеры подлетают. Есть, между прочим, Тазис. Два танка морозят. Здесь 4 морозят. Драгунов не так уж много, но зелки сверху хорошо к танкам подбежали. В ультурке не успели приехать прикрыть. И разбирает вообще фламен. Сейчас уже преди пишет ГГВП. Непонятный какой-то выход был, но как-то так. Следующая игра, поехали. Так, ну что играет? Флиск и Водди. Такие вот игроки. Будем смотреть. Флиск, как говорили, вроде это наш игрок. Помните о том, что в описании складывайте и Good Game, и ссылочка на мою группу. Вот. Там есть... расписание моих стримов я стараюсь выкладывать. То есть вчера ночью я отписал, по какая будет сегодня трансляция, так что добавляйтесь. По-другому их не узнать. Игру менять не буду, потому что не вижу смысла из-за двухчасовой трансляции что-то там менять. Кому надо, тот смотрит анонсы, приходит и видит все. Спасибо, White Toxic. Спасибо всем, кто добавился. Не то, что спасибо, а вам даже, ну, это вам нужнее больше, как бы. Андрюха предложил сделать группу. Вот. В принципе, да. Туда можно что-то выкладывать, как бы, какие-то анонсы. Кому-то удобнее, хоть ВКонтакте. ВКонтакте большинство есть людей. Ну что, факта. Как-то флиска ставят, марики строятся. Депошка строится здесь. Разведка идет здесь. Ну, кибернетка. Гейт. Через один гейт. Ну, а через где-то час примерно будет Димага против Касса битва. Финал там турнирчика одного. Потом и Бетрейс Ворс. Это уже будет по лоту. По второму Старкрафту, соответственно. Следите. За анонсами там все написано. И на этой неделе, я не знаю в какой день, я обязательно еще первый StarCraft постримлю. В четверг завтра вроде как немного всего. Завтра есть Старлига. Вот после Старлиги вроде ничего особо нет. Вот возможно после Старлиги постримлю. В Одноклассниках группа нет. В Одноклассниках группа не будет. Я не знаю, что это такое. Ну что, КСМ-ка минус. Спалил роба, зато тиран. Минка делается, сейчас поедет вперед у нас. Так, ССшка сверху будет, что ли? Нет, ССшка снизу, поэтому билду ставится.
Только с февраля как начал трениться снова нормально, но видишь, начал же все-таки, прошу прощения, немножко отвел экран. Просто тут хитро пытается выловить тирана. Не так-то просто это, оказывается, сделать, но это всегда было ошибкой, что именно сейчас объясню. То, что драгуны идут в этом направлении, это всегда для просто потеря драгунов, потому что тирану погоняться за ними чуть-чуть не составляет труда, но когда драгуны отступают от основного направления обороны, основное какое-то, конечно, по направлению к твоей базе, то тогда просто часть из них теряется, и ты даешь тирану подойти ближе к базе просто своей. Марики идут наверх. Ошибка, не добил драгуна, нужно было зайти добить сюда. Так, потом отвечу. Так, минус танк, неплохо так сейчас просто пролетает. Очень жестко тирана напрягает. Я когда читаю такие желтые буквы, вот, только что человек писал, будет ли второй стартап. Мне вот хочется спросить, вы что, тупые что ли, я не понимаю. Я каждый стрим подряд пью, читайте анонс там, читайте то, да все, как бы, что, читать не умеете что ли, я не понимаю. В анонсе все написано, будет второй StarCraft, не будет второй StarCraft. Когда Race Wars, когда не Race Wars. В группе ВКонтакте, в конце концов, вчера еще было написано. Когда и все. Вчера еще ночью было написано. Ребята, я не могу всем ответить, на, если 1000 человек будет там, или даже вот 250, которые сейчас есть, начнут спрашивать. Потому что весь стрим-то я буду отвечать, когда что будет. Естественно. А если читать не умеете, то в школу надо, не надо StarCraft смотреть. Учиться надо. Хорош пригорать. Заходят драгуны, что-то просто активно очень полез. Потому что в StarCraft образованные люди играют. Ладно, шучу. Не знаю, кто может. Может и не все такие, и не везде. ХЗ во всем мире. Я имею в виду, у нас понятное дело, других не бывает, других не держим в чатике. Так, ну что, 5 драгунцов здесь у нас. Вот все пытается лезть Протс. Очень он хочет на тиран напасть, но здесь в бункере есть и танк, и не убить. Просто не убить физически. Плюс 3 фактори пошло у Флиска. По рабам 39 из свишек, 41 пробка у тирана. Но у тирана уже не получилось ничего здесь особо нахарасить. От реверков есть защита. И на мейне, и на второй. Есть армор, сейчас еще будет, видимо, голиафчик запилен один. Третий Нексус. Прекрасно видит тиран, что ставится. Thank you.
Так, 88 лимита здесь. Третий Никс начинает добывать. Ну, кстати, реверком тут еще один выстрел сделал. Несколько СМ-ок убил все-таки. 67, 10, 91 уже, кстати, против серьезных впереди. Но ветеран с 5 факторей достаточно быстро лимит будет получать. Так, здесь танк один сбрит, а какой-то лезет прямо. Он так лезет такой. Не успевает вычинить танк у нас против. Отступают драгуны. Тиран, простите. Но это было, конечно же, слив лимита со стороны просто. Не нужно так ломиться. Вот я не знаю. Раньше представить такое, что тирана, который сидит в обороне, ты приходишь какими-то драгунами, просто в лоб прожимаешь. Хотя с реверком иногда бывало, но это маловероятно. Вот хорошо сейчас тирана. Это за ошибки наказывает. Все, стоит танки без сижи в ультурке. Реверок дропнулся. Слил там танки. Так, залп. Между танками попадает. Хорош. Залпы были хорошие, но теряется ривер. И теряется драгуны на этих действиях. Драгуны минус, минус, естественно, будут. Минки будут ставиться. Я даже не вижу смысла на таких краснющих драгунов ставить минки. Ну, в шаттл садятся, улетают ребята. Еще и тиран не получилось отжать все. Здесь можно поминировать вот эту базу, кстати. Туретки на мейне нет ни одной. Это, конечно, ошибка, как мне кажется. 76 на 101 по лимиту. Протуса значительно больше. Но у Протуса пока... Сейчас мувзелкам будет, но у него зелков нет. То есть еще можно сделать какой-то выход. Здесь все закрывается. Выход от Флиска сейчас. Протос решил, что ему нужно вплотную к танкам подойти, но это очень большая ошибка. Почему? Потому что вплотную к танкам ты можешь, конечно, подойти, но танки очень жестко стебают драгунов. В итоге лимит у нас 100 на 83. Протос все равно впереди, но у Протоса 62 пробки, а у Тирана 45 КСМ, то есть у него достаточно большой боевой, что называется, лимит. И вот он занимает позицию уже ближе к Протосу. Это очень важный момент. Почему? Если Протос даст занять позицию здесь, вот прям под своей рампой, ну не рампой, а проходу ко второй базе, то это будет очень печально для него. У него, ой-ой-ой, у Протоса бараков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 бараков. Это реально большое количество, но третью базу в ультурке приехали. Вот, только отжал, только здесь позицию занял. Занял тиран. Уже Протоса отжал, уже в ультурке проехали, уже всех рабочих прогнали, уже не очень хорошо. Пытается как-то Протос тирана отодвинуть немножечко, но тиран за счет минок, у него юнитов-то тут немного, он планомерно сейчас будет кто-то двигаться, и каждая такая атака Протоса будет по потерям, естественно, ему не в плюс, потому что танки в обороне, они очень жестоки. Но за счет прироста Протосу получается прямо сейчас тирана продавить, он вынужден отступить назад. И по лимиту все равно все как-то печально. Ну, чисто за счет 11 бараков просто сломался, честно, кстати говоря. Ну, нужно наращивать прирост сейчас тирану. Нужно грейды делать, пытаться продавить заново. Привет, опачки. Да я нормально все съездил. К Маше. Скоро уже все здесь будем. Ну вот, ну что-то пока надо промерить температуру будет. Не проходит моя странная болезнь. Горлом вроде лучше, но придется сейчас вот Даша приедет. У нее тоже как бы из-за чего и миндалины вылезали. В принципе, и до сих пор остается. Короче, что-то какой-то скрытый вирус, походу, или что-то непонятное. Полностью выздороветь не получается до конца. Жить можно, но 7. Ну да ладно, не об этом речь. Прибегает Протос сейчас на третью базу к тирану.
Барак падает, нужно приводить сюда весь свой прирост. Танк криво сидится, 1-4 снизу сидится нормально, но их не прикрывает вультуры, зелки поэтому добегают, начинают танки шатать. Сейчас очень жестко. И минус все 4 танка, минус ЦСшка, это 1-0 в пользу просто, абсолютно точно. Какой здесь призовой? $2000, я видел здесь призовой этого турнира. Это Кирилл Русбрейн, между прочим, поддержал. Вот, не знаю, будет ли он увеличиваться, скорее всего нет. Я думаю, не будет увеличиваться этот турнир, призовой его. Откуда, из чего бы ему увеличиваться? Там нет системы такой, как на Гульгейме, где можно еще усиливать. Какой заявлен изначально, такой есть. Так, пытается тиран отбить, 67 лимита, здесь просто 130, проб столько в плюс уходит сейчас. Зелки бегут, драгуны бегут, зелки на минки забегают хорошо, взрывают все нафиг. Хорошая игра со стороны Крут, что я могу сказать. АПМ 250 у Крутца, 278 у тирана. Так, третью восстановил, здесь гейт еще в застройке. Конечно, ГГшечка здесь, все, уже драгуны зашли на рампу и... Они сейчас убивают все. Только с КСМами и ультурами получится отбиться, но нужно с КСМами драться, все, они едут так тупо. Что-то взял, зачем перевел? Дерись так КСМами, что они тупят? Так. Так, танк не слабый демедж здесь выдает, не того дракона скусить надо, вот этого было. Танк минус в итоге. Да даже если бы он того покусил, что бы это изменило, здесь все новые и новые бегут. Прирост и ГГ пишет. Ну да, в первом Старкрафте зелки у них не было чаржа, но у них была скорость бега, и скорость бега она более быстрая, чем во втором Старкрафте, потому что грейд на чарж, он тоже во втором Старкрафте скорость передвижения зелков увеличивает, но в первом они были бодрее, быстрее, какие они. Во втором, в первом они были бегуны, как бы, а во втором они прыгуны теперь стали какие-то. То есть переквалифицировались немножечко. Такие вот дела. Так, название стрима у меня по СК1, но игра СК... Ну, игра лотов стоит, да, сейчас. Ну, я, ну, нет смысла ее менять ради двух часов стрима первого Старкрафта, я думаю. Так что сейчас, тем более, 50 минут остается, уже менять ничего не буду я. Вот, через 50 минут уже Димага против Касса будет биться в финале там турнирчика. Здорово, Илюх. Танкист. Уже давно убрал. Уже новые выросли почти, еще что не видишь. Уже вчера Машу целовала, она уже говорит, колючий, папа, ты колючий. Потому что я уже колючий. Немного. Наждачка такая самая первая вылезла. Так, ну что, делаю нормальную скорость. Вторая игра. Флиск против Води. Так,
что у Флиска просто адский, просто адский завтык. Посмотрите, у него supply блок нереальный уже, просто ну очень долгое время держится. То есть он депошку заказал уже, когда у него supply блок, по-моему, был. То есть ошибка ужасная просто. Ну а что здесь? Ну, рабочие не строились, самое главное, фейл. Марики, ладно, здесь ротанг будет скоро. Рабочие не строились. В итоге 17 из цивишек, а здесь 21 пробка уже. Такого быть ни в коем случае не должно. Ведь у Гротуса нету бустов никаких в первом Старкрафте. Да, он чуть-чуть опережал тирана, там бывало, потому что у него пристройки делаются, там всякие у тирана и т.д. Но если идеально заказывать, одинаковое количество рабочих практически там и там. Плюс пиончики, еще робо спалил у нас Флис, конечно. Ну что он может сделать с этим робо? Танк строится, сич делается, здесь драгон стреляет по КСМам. И депошку напрягает. Да, вот у депошки у здания один армор есть. Дефолтный, но он не написан здесь. В первом Старкрафте нигде. Рейндж готов. Ага, посмотрите, просто решил, что в этой игре он так депошку начинает отстреливать. Ну, не надо подходить под депошку, под эту танк здесь сиджится второй. Просто это заметил, отступает назад немножечко. Да и слышно даже, как танки в осаду становятся. Сэшки понемножечку вылетает вперед, но танк не достает. В итоге можно этот вот сюда пододвинуть. Ну, тогда драгунами может быть опасность фокуса танка драгунами. Еще сейчас третий танк будет готов. У инженерка есть туретки. Обязательно нужно запилить, иначе ревера сейчас будут напрягать летать. Просто пока не знаю, что тут ревера. Ну, зилков бы еще добавил. Два зилка ривер на этой стадии, это жестко очень. Потому что драгун и ривер это одно. С одной стороны, драгун делает залп с рейнджа, выстрел по танку, два пару выстрелов, и ривер стреляет, и это минус танк. С другой стороны, зилки, они жирнее, как бы на такой стадии. Их два садится в шаттл, можно вообще расшатать просто жестко. То есть можно прямо вот на два зилка ривер в шаттле прилетаешь, прямо на 4 танка, если бы они так ставили. Раз зилок, два зилок дропнул. Танки начинают по зилкам стрелять, друг друга демеджить, ривера дропнул и вообще убил нахрен. Так, что, перекид будет драгунцов наверх, похоже. Нужно ривера-то дропнуть, что ж ты делаешь-то, дружочек? А нет, не будет перекида, просто врывается драгун-ривер. Минус туреточка, сейчас раз, два, туретки не будет, нужно драгунца дропнуть и риверка нужно дропнуть. Драгунца дропает, риверка дропает. Зал. Так, драгунца потерял контроль. Не лучшим образом сейчас выглядел со стороны Протуса. Оп, хорош. Опасно так рабочие приехали сюда. Ой, как вообще Протус надолбил здесь. Посмотрите, и танком дэмэдж, и КСМ их наубивал. Здесь аккуратней с туреткой нужно быть. Минус туретки сейчас будет. И ривер улетает. Еще танки приехали, конечно. Но в итоге 26 рабочих на 36. И тут уже третий Нексус строится. Добыча начинается везде. Плюс гейты добавляются. Третий Нексус почти готов. Риверам еще выгодно вот эту хрень пробивать. Вы помните, она... Если обычным юнитом без сплэша пробивать, ну, там в одном здании, вот этом храме, еще много-много таких же находится. А ривер за раз все убивает. Нет, я не участвовал. Мне предлагал чел поучаствовать, но какое мне участие? Я слаб сейчас. Какой первый StarCraft? Флиск это из России вроде бы игрок, насколько я знаю. Так, ривер патрончики острол, нужно стрелять, хочешь пробивать тогда еще. Уже 500 хп снял. По
продолжают атаковать ривером. Ну вот не заказывает патроны. Что за ошибка-то глупая такая? Выстрелил или не заказал? Ты заказывай, пусть он стреляет и патроны делаются, дурик. Вот, на выстрел все только заказал. Ну это, блин, трупачество я называю. 234 АПМ, а патроны не может нормально заказать. Так, здесь танки все прикрывают. Здесь наращивается продакшн. Третья СС-шка начинает добываться, но просто сейчас может пошатать очень жестко, зайдя на эту базу через верх. Так, что здесь драгуны отдаются на танках нелепо. Все пробито, посмотрите, храм пробит. Драгуны берутся. Плюс реверок, их тут 8 штук всего, это реально немного, но... А что за оборона-то здесь? Один танк смешной? Конечно, он ничего сделать не может с этим 8 драгунам. Нужно проходить. Вот Преди строил депошки, помните как? А здесь можно вот отсюда ривера дропнуть, вот в эту депошку стрелять и 4 здания одно время бывает. Что просто делает, посмотрите. Просто красавчик. Танк выбит. Один танк выбит, номер два. Сейчас будет, дропнешь ты под танк-то. Дропается под танк, танк выбивает. Вычинивает просто только армори, а депошки-то не вычинивает. КСМ-ки минус. Танк еще один рассиживается. Танк еще один сейчас сломает, просто 94. Так, депошки пошатал. Здесь залп по танкам, нужно забирать ривера. Ривера потерял, но танк один погиб еще. В итоге 48 лимита, 36 КСМ на лимита 91, 53 пробки. Конечно же, это полная печаль для тирана. Здесь еще все новые-новые драгуны при этом всем заходят. Можно инженерку еще купить, чтобы она здесь не стояла нафиг, не подсвечивала. Здесь немножечко Протс потупил, драгунов надавал, ультурка заезжает со второй базы. Здесь всего один танк остался, не знаю, видит Протс, что здесь один танк всего остался. Да, он прекрасно видит это. Заходит, танк фокусит, понимает, что у тирана тяжелая сейчас ситуация. И просто вот сейчас бы тиран бы сидел спокойно, качал бы ресурсы, строился бы, и было все замечательно. Но нет, пришел Протс, шатнул вверх, шатнул вниз, и все, тиран уже минус в итоге. Двигаются драгунцы. Здесь четвертый Нексус уже занят. Гейтов сколько? Я вижу 6 пока. Но зато арбитр уже заказан. Потомки ни одной в рабочих нет. Тоже ошибка, конечно, могут пошатать. С таким билдом тирана, конечно, навряд ли так рано могут пошатать. Так, приходит Протс. Один танк фокус. Второй живет. Ну, до второго и не достать танк. Оттерял все, пока здесь бегал. Ошибку нужно было расконтролить, конечно, просто то, что здесь едет. Но новые-новые драгуны бегут, танк сижится. Уехать в итоге не может просто-напросто. Снизу танк долбит все и долбит, уже 6 юнитов не убивал. Да вот под ЦЦ-шку встань и атакует просто-напросто. Танк все достает. Откуда он там достает? Ну, под ЦЦ-шку встал, и уже здесь тяжело что-то убрать. Зилки, зилок 1-4 драгуна, все бежит наверх. Танками пытается тиран отбиваться, они криво бегут. Танки падают понемножечку. Все заводит просто сюда. Можно уже части в лоб сюда послать, потому что нечем, просто физически нечем тирану там убивать. 42 КСМ-ки. Здесь у нас 57 пробок. 70 на 107 по лимиту. Тиран еще держится пока. Кой-как. Бараков увеличил количество на 4 штуки. Просто вот это абсолютно верное решение. Даже на 5 штук. Скоро арбитр будет, заходит на вторую, опять же тиран не готов, танк падает, драгуны, зелок, лимит просто растет, у тирана падает, вот еще дотекание идет, зелков чисто, здесь драгуны, зелком заходят, танки, так, у дура здесь достаточно много, юнитов просто не проводит, что-то лучше, зелков, ошибка, кстати говоря. Барак, если убить, конечно, проще будет прорываться, но барак не успел убить, нужно сразу было убить тогда. И куда-то тиран повел сейчас и танк свой, и что-то тут поднял, все зачем, куда он повел, не понимаю я.
Зелки на хайграунд опять хотят зайти. Здесь-то им особо ловить нечего, если сейчас минки будут выставлены. Но с этих вультур минки не выставлены. Здесь одна минка есть, бах, уже зелки по родемочные. Если бы сразу было еще плюс ну, несколько мин, то такого бы эффекта не было. Зелки бы так не забегали. Они синамую бы отдали. Заходы зелки. Танков смял немалое количество брус. Здесь еще драгуны туретки шатают. Что-то все тупит на муви ходит, зелков мужика отвел, подвел, отвел. Пятый Никсус уже ставится, но зато про баз не забывай. Здесь одного тупо что-то делал, на муви проехал. Конечно, тирану надо было больше размениваться. 130 лимит, все равно проц. Проц в плюс уходит. Арбитр где-то один есть, я даже не знаю, где он находится. Так, встал. Ой, Гляпа дракон убил. Здесь один драгун стоит, обсерверы контролят все вообще, на всех базах повешен на обсерверы. Новые драгунцы выходят, где арбитр вообще, чуть не понимаю, где точка сбора? Арбитр где-то один есть, где он вообще, не понимаю, этот арбитр? Сейчас один реку, а вот он висит. Вижу, энергия делается. Значит, рекул со стазисом уже готовы, наверное, грейды. Так, здесь ультурки ловят пробок. Ну, здесь две фотонки есть, все в порядке. 146 процессов уже. Отпустил он немножечко тирана, но Флиск решил сам, что... А, он просканил и увидел, что бас много ГГ написал. Как-то так. Карта это тирановская. Абсолютно тирановская. Ни хрена себе по очкам разница. А как вообще такая может быть? Я чуть не понял. А, просто сломал много зданий. Вот почему по разнице такая. А тиран зданий вообще не сломал практически. По ресурсам, да, чисто из-за зданий получается, что ли. Так. Ну что, 2-0. Флиск проиграл. Ну что, протозерк, кусочек пирога это, Идельгейчик, тоже наш игрок, будем смотреть сейчас. Так, работа не шла. Сейчас пойдет работа. Ну, сегодня стрим не маленький будет, я вам скажу. Я не знаю, сколько по времени он будет идти, если честно. Но ориентировочно где-то часов
Ну, я думаю, до 9 где-то примерно, может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше, но план такой. Сейчас еще полчаса первого StarCraft, я думаю, вот это будет 3, посмотрим и харе. Хотя не знаю, сколько игр пойдут здесь. Вот, и потом, соответственно, Демага Кас у нас будет битва. Финал там небольшого турнира. На разогревчик перед Keep Better Race Wars. Там у нас корейцы, там у нас Блайсманы. Там интересно. Минус пробка. Линги быстренько ее приняли. Ну, стандартный билд. Через пул первый, правда, со стороны Зерга. Не особо стандартно. Я как-то помню, что обычно либо в хату играли. И третью быструю. Либо через мув первый, потом две хаты. Потому что обороту приходилось обороняться. Стеночка. Вот у нас проход, соответственно. Потомка фаржа. Гейт. Пилончик на мэне. Парабам. 17 здесь у нас пробок. Здесь 14 дронов. Лейер ранее. Ну, лейер ранее это абсолютно стандарт. Абсолютный стандарт в первом StarCraft. Строится еще вверх. Третья хата тоже вот такая стандартная. То есть сейчас Зерк сначала немножко экономику раскачает. Добавлен будет Спайр, Гидроден. Если Протс решит зилками пошатать на такой ранней стадии, то тогда просто-напросто будет заказан Муталиски после Спайра. Если будут Корсары ранние, то Скоржи. Ну, посмотрим, как бы раньше так было обычно. Сейчас возможно, что вообще не так будет, как бы. Я вижу кибернетку. А, кибернетка, кстати, поздняя. Он получает. Ага, все понял. Значит, это тайминг зилков будет. Зилки с ножками плюс архончики. Потому что такой плюс один и такая кибернетка именно под этот билд делается. Можно драгунца одного заказать, чтобы вот это овера наказать. Это не в тему вот здесь. Нужно ставить Цитадель Адун. А нет, Старгейт прошел. Старгейт. Одновременно с Цитаделем. Ну, правильно, понял я. Корсары плюс ножки зилкам будут, ну. Хз-хз, посмотрим, что из этого выйдет. Спайр ставится у Зерга. Поздний Старгейт просто я вижу. QVRTSD. Ответ на твой вопрос. В названии стрима, в названии трансляции. И привет, СК2TV. Привет, Good Game. Так, ну что, дронов 29 стало уже. Подотстроил тут зерк. Рабочих спайр скоро будет готов. Пока гидродена нет, странно, какой-то поздний. 10.36, ну просто вначале всегда опережает, в принципе, парабам плюс гиты добавляются, корсарчики строятся понемножечку. Так, 5 прям гейтов будет. Корсары, плюс 5 гейтов, зилки, плюс 1, соответственно, они будут. Привет, Спелсингер. Не могу тебе сказать, на каком тайминге она кончалась. Это от многих обстоятельств зависело. От скорости того, как ты базу строил. Потому что игра могла и одна в одну базу идти очень долго на таких слабых экономиках, как и во втором Старкрафте бывает, собственно. Вот могло наоборот быстрее все быть сейчас. Тут третью Нексус будет ставить скоро, то есть если он зилками ничего не сделает. Вот, плюс один готов. Вот сейчас нужно уже выходить, по идее, зилками на чарже. Бараков 5 штук. Корсары там что-то полетали, поубивали. Вот, скажи против корсаров. Но, кстати, готов ли Зерк? По-моему, Зерк особо-то и не готов к этому врыву зилков.
Вот зелки побежали сюда, наверх побегут. Да, судя по всему, здесь гидроден одна всего пушечка. Лингов просто растебал здесь в центре. Ну и что далее? Далее бежит наверх. Нет, все-таки на вторую побежит сейчас. Здесь две плюс пушки ставятся. Здесь тоже плюс две пушки ставятся. Стандартный расклад. И четвертый уже зерк ставит. Очень нагло пока, честно говоря, экспандится зерк. Так, пытаются зелками пройти. Но посмотрите, как в первом Старкрафте рабочие делали. Они просто не дают пройти ни хрена. Приходится там здание убивать, приходится рабочих из атаку убивать, а здесь уже мутка пошла, здесь уже плеточки новые морфятся, сейчас рот ступит, нужно вот попустить пушку, не видеть, что она морфится уже в настоящую. Пробивая здесь, но мутка все отобьет, в итоге просто-напросто отдача зелков идет. Ну, смотрите, по лимитам 43 на 79, кажется, у зерга все печально, нет. Если просто зелками ничего не сделают, у зерга наоборот все будет замечательно, потому что рабочих особо не погибло, базы все живут, а здесь еще и четвертая. То есть он просто муталисками полетает, похарасит, отстроит дронов на 4 базы, сделает, например, люру для обороны еще и выйдет там просто в самый лейб. Ага, все-таки снес хату, а вот это уже плохо, вот это уже плохо. Ну здесь зерк абсолютно затупил, мало муталисков отстроил. И просто зелки его пробили, вот, пэй-пэй-пэй. В описании канала группа есть ВКонтакте. Теперь я там пишу свои примерные планы на следующий день, ну, как следующие стримы. Вступай туда, будешь видеть, но пока я точно сказать не могу. Но на этой неделе еще будет, скорее всего, первый StarCraft, потому что я за четвертую неделю и за пятую стримлю. Четвертый игровой день, за пятой демки. Это четвертого дня сегодня. Возможно, завтра StarLiga будет, там 2-5 всего. И после StarLiga как раз 12 часов начну, но там StarLiga где-нибудь до 14.00 будет. И вот в 2 часа еще стриману первый StarCraft, возможно. Ну что, хату одну убил, но добить-то полностью не получилось. 32 дрона осталось. Здесь 46 пробок. Третий Нексус куда? Поехал ниндзя нычку ставить. Муталиски пытаются залететь, но здесь фотонки есть. Есть уже архончик один. Нужно бы гейт, 5 гейтов мало, ну 6 минимум ставить. Сейчас корсары, зелки, архоны, просто пойдет эта вся шабла-гапша вперед и будет убивать уже. Третий Нексус можно и здесь бы было бы ближе к зергу, например, поставить удобно. Может здесь. Муталиски куда-то улетели. Здесь резк уже вовсю добывается, что самое интересное. Гидра поперла. Люры, кстати, грейд делается, но люра абсолютно не успевает. Сейчас просто делает очередной выход. Вот успела бы люра, может быть, что-то и было бы хорошее. Три архона, корсары, зелков много бежит. Грейд на люру только-только доделывается сейчас. Просто прибегают зелки, архун приходит, начинает просто жарить, а архун жарит ой-ой-ой как. Зерк, кстати говоря, целенаправленно архуна попустит, контроль от просто отсутствует, его нужно было увести этого архуна, чтобы хофу сбить. Естественно, чтобы зерк не думал, что такой он эффективный прям боец. Ну вот архон зашел в мутку, мутки объяснил, погиб сразу же, есть еще один архон. Зерк всеми силами, кстати, архонов попустит, это абсолютно верное решение, потому что архоны демедж дилеры просто жесткие, они сплэшевые юниты, естественно. Но начинают падать здания, и это очень печально для зерка. ГГ, он пишет, все-таки первую игру берет эдегельчик, и даже Нексус не успел отстроить. Ну, насчет Кай еще будет первый StarCraft, я все сказал, но, возможно, завтра. Высока вероятность, что завтра. Ну что, вторая игра, поехали. Ну и
есть преимущество у зилотов во втором StarCraft и в первом. Например, во втором они эффективнее гораздо лингов, например, шинкуют, чем в первом. Но в первом они быстрее бегают и вообще они... Ну, то есть, есть свои плюсы и минусы. Игра-то другая совершенно, так нельзя судить, как бы. В первом StarCraft у кого руки эффективнее, у того все и эффективнее, по сути дела, так и было. Ну что, Медуза, карта вторая. Давайте смотреть. Пилончик здесь на второй. Через Нексус просто сыграть. Давайте пока на второй скорости ускорю я. Ну а что поделаешь? Приходится зевать. Непонятно самочувствие. Здесь пул, кстати говоря, первый, опять же. Ну, рабочие строятся, предпочитает зерк через пул первый без мува. Странно, что без мува. Ну, а здесь два гейта. Банки с водой нет, зато у меня есть чайник с чаем. И у меня есть не банка, а... Так, хорошо, что про воду сказал. Воду надо сейчас позвонить, заказать будет на завтра. Ну или когда смогут. Кончаются мои бутыли все большие. Что-то тут пытается зерк лингами убежать. Просто что он сразу зелков не оббежал, непонятно. Три зелка уже вперед двигаются, но три зелка и зелки вообще вот такие ранние. На самом деле, в первом-то StarCraft вообще лингами изи отбивались. Пытается силками Нексус подэмэджить у нас, товарищ. Кусочек пирога. Простите, хату. Убить третью зергу. И, кстати говоря, хата почти падает. Но линги приходят, но с пробкой просто зелки. Очень жестко сейчас. Надавали лингам, в итоге линги отдались как-то нелепо. Нужно разворачиваться, принимать бой. Разворачивается, принимает бой. Криво очень бой принимает. В это время здесь линги забежали, но Протус отбился. Зелков все больше и больше. Неужели прям в лоб сейчас так вот возьмет да пробьет? Ну, кстати говоря, посмотрите, зелки-то, их 4 штуки с пробкой, а лингов-то очень мало. Ну, 3 хата, линги очень быстро строятся здесь. И, вот в рабочих, как по мне, ошибка была врываться. Зелки разрознены, в итоге их с разных сторон линги начинают принимать. Бил бы и бил бы эту хату, смотрите, ни эту не добил. Сюда что-то зашел, за двумя зайцами погонишься, как говорится, ни одного не поймаешь. Из-под крана воду пить? Нет, у нас хлорированная вода. Более отсталая система очень очистки, издавна уже никто не менять не собирается. Власти только какие-то набережные реконструируют. Воруют деньги. Печорок уже даже. Ну, не на во всех районах. Списка еще, например. Старый немерский мой колледж живет. У них там нормальная вода, у них скважина. Печорок. Ну, это 50 километров. Это уже эстонская граница, где Маша с Дашей сейчас. Там тоже воду можно из-под крана пить, но там выход из известковых пород жесткий. Вот, поэтому там известковая вода тоже как бы кому-то полезна, а кому-то не очень. Если все время пить, то тоже жестко как бы.
что тут линги что-то покусали, дей. Покусали гейзи, у кого все будешь выше. Нексус пытается просто поставить, но на самом деле все это время, пока прессовал, рабочих не строил просто. Это полный провал вот, в первом Старкрафте, так же, как и во втором бы был. То есть здесь три хаты, рабочих быстро зеркостраивает, здесь же Проц. Пока сейчас Нексус поставит, пока фаржи, зелков 6 штук, непонятно выдвигаться вперед или нет, если скушают, так вообще беда. А сидеть дома тоже как-то отстаешь. Строится еще овер, как-то зерк вообще жестко затыкал. Сейчас supply блок у него был, нужно новых рабочих заказывать, новые рабочие заказаны. В любом случае больше, 17 на 21. Затягивать сейчас все чуть-чуть. Ускорю игру, потому что скоро 15.00, я боюсь, что не успею просто-напросто. Так, фотоночку одну ставит для Ильичек. Старгейт пошел, здесь у нас что? Здесь у нас макро, а здесь у нас лейер прям. Что-то зерк мудрит. Спайр пошел. Лейер готов. Ну а стройка идет. 33 дрона, 27 пробок, 3 базы против 2. Спайр, гидроден, третья макрохата. Ну, макрохат настроил прямо, я не знаю, немедленно. Линго мув сделан. Здесь еще фотонки пошли. Понимает процесс, что опасно. Опасно. Просто нужно в шторм что-то такое, хотя бы в чарш выйти, я не знаю. Вступайте в группу ВКонтакте, там пишу, что когда будет, я заранее стараюсь писать. ВВ, конечно же, еще будет, потому что я в данный момент стримлю четвертую неделю отборочных на вот этот турнир ТЛС. Еще уже лежат у меня демки, уже я там удалил то, что... Ну, где... По статсу слабенькие игроки оставил интересные демки. То есть четвертую на этой неделе, четвертую, пятую день я стримлю, я четвертую, пятую неделю отборочных. А еще впереди плей-офф, всего 8 недель отборочных будет. Так что еще 6, 7, 8 неделя в итоге будет. Еще, то есть это еще месяц. У нас пятая была, да, еще 3 недели, еще весь февраль будут идти фактически отборочные, а уже в марте, я как понимаю, начнется плей-офф, не знаю, сколько стадий будет, будет ли получится ли там организаторам сделать прямые эфиры какие-то, ну вот если будут прямые, прикольно. Ну, либо в записях будем стримить, что там, что делать еще. Так, пытается Корсар с коржами поймать зерк. Корсар улетел, с коржа не стал отдавать на фотонках зерк. Правильное решение абсолютно. Проверил. Такой этот юнит интересный, этот скоржик, конечно. Нужно его приманить как-то. Не получилось приманить, но зерк контролит. Тут будет как проверяет. 110 дэмэджа, суицид. Сам врезается, 110 наносит. Очень опасный товарищ Скорж. Так, здесь у нас гидра строится, кстати говоря. Так, вижу, это муф овером делается. Что-то подозрительно. Здесь не дроп ли зерк затеял. Такое у меня ощущение складывается, что может быть это и дроп. Третий Нексус Прот ставит. Его отпустили сейчас. И он на халяву тут отстраивается. Делает штормы там и так далее. Здесь все новые-новые линги выдвигаются. Гидра строится. Не понял, кому зергами было бы сложнее играть. Если ты сам зергами играл, сложнее ли было играть? Да... Всеми было сложно играть. Я думаю, что всеми сложнее было играть. Просто в ВВ был такой прикол, что в первом, во втором Старкрафте есть F2 просто, где ты всю армию можешь взять или всю ее в контрол ввести. Вот, а... В первом Старкрафте
Зергу у него было столько юнитов на 200 лимит. Уж Гидралис, например, один лимита занимал. То есть их 200 штук можно было на 200 лимитов построить. Ой, Корсары прилетают, отдаются. И это что значило? Что просто контролов ты... А в контрол в один 12 штук можно было взять. То есть 5 контролов это 60 юнитов всего. То есть 5 кнопок. 1, 2, 3, 4, 5. И все это через атаку надо послать. И ты только 60 пошлешь. А еще ведь линги, которые пол лимита занимают. То есть, если у Зерга 200 против Протса, там, Люра, Гидра, линги без ультрой, без ультры, например, которая много лимита жрет, а сейчас и в последнее время без ультры играли в основном, то у тебя просто не хватит даже 10 клавиш, чтобы все послать. Так что такое дело. Ну и у других тоже, то есть у Протса. Ну у меня обычно 5, ну 6 контролов максимум было. 5-6, первые 6 кнопок заняты на контрола. А еще здания все в один бинт нельзя взять, то есть отдельно надо заказываться. Так что много такого было. 111 зерга, 97 Протса, вижу Люру. Люрой можно пробить, например, вот эту хрень, ломануться отсюда всеми. В третьей базе. Пока Зергчик не собирается ничего такого делать. Вижу, хайф делается. Копается Люра, да, начинает пробивать двумя всего Люрами, почему-то непонятно. Здесь можно сбрить застройку просто-напросто, что Зерг начал делать сейчас. Здесь все больше и больше фотонов, но фотонки не спасут. Если все туда ломанется, нужен шторм, чтобы там такое оставлять. Гитов реально много, продакшн реально большой становится. Но по грейдам. Одна атака, это печально, абсолютно рейндж другого нам делается. Фаржа сбрита, одна атака как была, так останется, но новая фаржа заказывается. Зерга вижу один армор, вот пошел на лом. Видит Зерг здесь 4 фотонки, понимает, что тяжело туда будет попасть ему сейчас, отступил. Хайв готов, грейды милишные, один, так, а какие грейды? 2-1 делаются, адреналин, что адреналин делается. Ультралис Кеверн пошел, посмотрите, ультру сейчас. Гильдарк пришел и четвертую базу практически вырубил, что за бред. Ну, карту не вырубил, рабочих только убил. Что он по люре? Линги приходят, отдаются на фотонках как-то нелепо. Корсарик вот полетели, но тут Протс вообще просто ужасно пока действует. Кто-то летит, кто-то отдается. Шторм вообще мимо всего пошел. Ну, вижу, копеечки здесь тяжело, кстати, юниты тупят все. Контроль так себе получается. Пошел выход, но юниты выходят кривовато. Шторма нету. Драгунов там много, но драгунами без шторма выходить, считаю, не очень эффективным действием. Он пошел вообще в молоко, зачем сюда его кидать, уже не понимаю. Он там сколько юнитов бежит, но шторм еще есть, вот этот шторм уже более-менее, хоть в ядре какой-то дэмэдж нанес. Стрелки идут вперед, еще один шторм пошел, все, наконец-то все штурмики подошли, более-менее Протс в итоге вышел. 122 зерга, 135 Протс, но зерга новые и новые юниты вперед бегут. Есть у лингов армор, то есть стрелки их неэффективно убивают, сейчас вообще 2-1 будут грейды. Очень скоро. Все, 2 армора есть. Сейчас еще атака будет. 136-137 по лимиту. Много-много. Вот, вот этим тяжело Зерга было у контроля. Очень много линга гидры. Все это бежит. Шторм, посмотрите, как попадает жестко по Зергу. Но Зерга столько, что он просто мнет и мнет. Протса у Протса ничего особо нету. Здесь линги на адреналине с 2-1 грейдами. И Протс вынужден бегом домой бежать сейчас. Просто бегом. А Зерг, возможно, даже в лоб будет убивать и все. Похоже на то. Заходит, начинает грызть кнопку. Грейды просто жесточайшие. Ядра, линги просто садят сейчас. Пошли штормы, но от штормов, конечно, лучше отступить. Здесь еще потом есть. Оверы прилетели, дарков подсвечивать. Дарков нету, но оверы могли отдаться нужному вести. Вот уже пошли дефайлеры. Очень и очень эффективный юнит, если грейд на поглощение. Сейчас посмотрим, где вообще здание на дефайлеров. Вот оно стоит. Что эти юниты дают? Они темную стаю дают и плагу, чуму. Чума хп все снимает, а темная стая не дает рейнджовым атаковать. Просто делаю быстрее, потому что игра затягивается. А у
уже скоро Тиран, точнее этот Кас, да, Кас Тиран против Димаги будет биться. Что-то опять Протос встал здесь, точнее Зерк что-то встал. Так, чуму не кидает, ничего не кидает. А вот чумы грейда не было. По дефолту тоже темные остались. Великолепный просто шторм сейчас проходит. Просто великолепный. 20 гильдов, скажу, не бывало. Но Люрапнус, новые линги, все это двигает вперед. Темная стая на Люру. Но делков много, делки справляются, естественно. Новая Люра подступает. Линги драгунов вообще шатают против. Против лингов в темной стае никто ничего сделать не может. Просто вынуждены отступать. Ну, просто лимита больше, но по технологиям Зерк вообще себя замечательно чувствует. Протс мимо пробегает. Протс вообще грейды перестал делать, обратите внимание. Вспомнил про атаку только сейчас, когда у Зерка уже давным-давно два армора. А Протс должен атакой опережать. Здесь линги просто, несмотря на что, он грызут и грызут. Драгуны против лингов не то чтобы бессильно, но они малоэффективны абсолютно. Здесь ниндзяночка, конечно же, Зерк сейчас спалит ее и убьет. Просто ломанулся вниз, попытки выбить базу. Но здесь через Нидус все выходит. С ультралом вместе ГГ пишет в итоге. Кусочек пирога. То есть 1-1. Ну, надо на быстрой перемотке, получается, сейчас просматривать вообще третью решающую. Поехали. Потому что уже надо во второй StarCraft понемножечку мне смещаться. Так, ну что, третья решающая. Опять же, пул первый, лингов 6 штучек заказано. Застройка, конечно же, просто в итоге вынужден через фотонки начинать. Зачем только две? Мне кажется, да мне кажется, вот одна вот эта бы перекрывала все, и так бы неплохо. Но Протос боится, наверное, что будет лингов не 6, а больше. И тогда одна фотонка может просто быть уничтожена этими лингами. На второй скорости сейчас смотрим. Нексус будет заказан, но не сразу, а чуть позже. Это очень поздний заказ Нексуса получился. Нужен гейт. Третья хата. Здесь газ повсюду бывается. Тут заказан лэйр, пробка возвращается домой. Кибернеточка. Зачем фаржу рядом с фотонками? Это застройка. Зачем ставят Нексус на минералах, а не где-то здесь? Чтобы они добывались быстрее. Для этого и фаржа рядом с фотонками. Это застройка, это стенка. Ну что, злоб здесь за минералами несколько лингов напринимал. Раскачка идет. Здесь пайер строится, но пока что... затишье небольшое. Старгейт, Цитаделя Дун делается. Стандартная. Спайр еще не готов. Линги есть. Четвертая макро-хата пошла. Может быть, еще здесь будет одна. Вот здесь обычно ставилась она. Или вот здесь, вот, чтобы не пройти. Да, вот она, макро-хата пошла. Можно сзади немножко поставить было. Ну, здесь, да, тоже неплохой вариант.
Фотоночка одна необходима на мейне около Старгейта. Почему? Потому что если полетят скоржи сейчас, один корсар, два корсара не могут убить скоржей. У них маленький ДПС в начале. Когда вот их будет уже штучек 6 корсаров, они не будут, особенно с плюс 1, они просто не будут давать подлетать скоржам. А так фотоночка просто прикроет корсаров. Вот что сейчас и произошло. Можно еще скоржа было бы спалить, не бояться поактивнее контролить, но... Крот испугался немножечко. Так, чаш пока, точнее, не заказан мухзилкан. Странно, что он пока не заказан. А, зато уже есть архивы темпларов и дарки есть. Мухзилкан так и не заказывается. Пилоны все новые и новые делают. Плюс один сейчас на корсара будет готов. И корсары полетят жечь жестко. Но уже гидраузер, он понимает, что если корсары полетят, нужно ее встретить. Плюс один на гидру делается. Скорость мува гидре, скорость бега гидре готова. Так, что-то ни мувзилкам, ни шторм не делается. Очень-очень странный момент. Корсары все дома. Я не понимаю, когда просто будет выходить вообще на третью базу или в центр куда-то. Так, корсаров 5 штук полетело. Одного ее распалил, ну гидра вышла, ее реально много, боится просто дальше лететь. Вижу, грейд на люру пошел. Красные архоны делали майлшторм, фидбэк и майнд контрол в первом Старкрафте. То бишь они переманивали юнитов, это такая самая жесткая у них тема была. Теряли все поля. То есть типа силы теряли на этой переманке. Теряли все поля, но хп оставались у архонов. Там 200 полей, 25 хп, по-моему, как-то так. Вот, красных. Фидбэк это как у пси-штурмовика во втором Старкрафте перезагрузка. За энергию дэмэдж наносится сопернику. И моя шторм это в таком рейнже где-то, я не знаю, вот в таком примерно квадратике. Ловили, может, чуть побольше живых юнитов именно. Резергов инфективно было. Ну, таких мариков, зилков. То есть, кто живой, ловили на 8 секунд. И они стояли, ничего не делали. Причем не как стазис, а можно атаковать их было. Короче, прикольная такая тема. 108 процесса лимит. Третий Нексуса так и нет. Зерга лимита меньше. Но он четвертый уже хату ставит. Вижу... Что хайв делается уже, правда, мы ничем не защищен, что самое интересное. 49 дронов, здесь 60 пробок на двух базах, что самое интересное. 60 пробок, третьего Нексуса как не было, так и нет. Так, корсары что-то пытаются захарать. 5 зелков на четвертую приходит, плюс один начинает убивать четвертую хату. Но гидра пришла, и зелков вбивает эта гидра. Успеют зелки, по-моему. Хотя нет, кстати, на грани. Но не успевают буквально, там чуть-чуть, 58 хп остается, тут реально нагло было. Так, здесь люра приходит, можно храм выбить, что ли. И пошел выход, 127 лимита, много реально драгунов, много зелков, но все это, что самое интересное, делается без штурма. А или со штормом? Нет, штормовик есть, но почему-то я только одного его наблюдаю пока. А без шторма это очень тяжело пробивается все на самом деле. Просто решил двухбазовый прессинг здесь продемонстрировать. Двухбазовый прессинг работал, но... Так, он пошел еще. Люк живет до сих пор. Белки туда к нему было ломанулись убить. Если у новичка зря не отконтролил, скоро бы энергия уже была еще. Слушает четвертую просто очень жестко. А в сервера не наблюдаю, где он вообще. Люр нахрен дэмэдж наносит и наносит. 130 лимита на 85. Все это, вот проблема в чем? Если Протс не додавливает зерга до конца, его атака захлебывается, то у него две базы остаются, тяжело что-то сделать. Но он третью вот где ставит, очень необычное расположение третьей базы, которую Протс просто, ну, если армию потеряет, то тоже оборонять не сможет. Только за счет того, что он сейчас идет в атаку, может занять эту третью базу. Так, здесь Юра падает, Драгунов развел немножко, Корсары жгут. 70 лимита на 129 и просто сминает чисто напором с 7 гейтов, двухбазовым напором фактически с 7 гейтов сминает зерга. Такое удавалось, но не всегда, конечно. Ну молодец, ГГ пишет. Dragon Pain.
Ну, без шторма вышел, конечно. Он был там немножечко шторма, но это все тяжело очень. Так, все, пора во второй StarCraft заходить. Делаю стоп-старт, ребят. Возвращаюсь в 60 FPS-ами.